просто с людьми публично перед камерой, да, делая вид, что тебя никто не видит. Потому что вы должны вести доверительный разговор, не обращая внимания, да, на то, что смотрим на вас или нет. Вдвоем во всем мире вы расставите мотивы. Вы разговариваете. И вот 40 минут этого разговора — это очень непросто. А если это три передачи в день нужно записать, да, то вообще выходите, шатаетесь, да, вам хочется пойти и сразу напиться, забыть. Вот. Но тем не менее, ничего интереснее телевидения я не знаю. Все самое интересное, что со мной произошло, это благодаря телевидению, конечно, прежде всего, на котором я уже 20 лет. Весной исполнится 20 лет. Ну, я вас поздравляю с замечательным выбором профессии. Желаю вам удачи, значит, успехов. Сегодня, в принципе, ну вот, как быстро идет время, как быстро меняется мир. Я начинал, когда мы снимали на очень дорогих камерах, которые не каждый мог позволить себе иметь. И уж, вот, прежде чем доверить камеру этому корреспонденту, этому оператору, ну, нужно было 100 раз подумать. Да. Бетакам стоил 40-50 тысяч долларов. Вот сегодня, вот, пожалуйста, сколько она стоит? $500, да? Да, около того. 500. Причем она с профессиональным разрешением. Абсолютно. Она по стандартам качества полностью соответствует требованиям современного телевидения. Вот. И не надо с такой культуру таскать. Да. Да? Правда, здесь проблемы света. Там выезжал бригада ТЖК, называется, визионная бригада. Там 3 человека, как минимум, оператор, видеоинженер, корреспондент, а иногда и 4. И вот они все летают, вот всю эту тяжесть, еще свет, потом долго и мучительно его устанавливают. А сейчас по пробкам никуда не доедешь, ты пока доедешь, события закончатся. Вот. А тут камеру положил в сумку, в метро прыгнул, приехал, снял, проверка. Поэтому сегодня возможности у каждого человека стать журналистом неизмеримо больше. Неизмеримо больше. Захотел и стал. Вот там диктофон в телефоне, там и камера, там и интернет. И вот ваша сумка спортивная, которую вы носите на плечо, это целая телекомпания, телерадиокомпания, которую вы возите с собой. Вот. Вперед и вверх. Желаю вам удачи. Спасибо.